Всем привет, меня зовут Димон, и вы, как всегда, на канале Все Китай. У нас очередная порция посылочек с сайта AliExpress. Ну, давайте начинать открывать. Здесь у нас три таких интересных, в принципе, посылок. Ну, давайте начнем с самой интересной, наверное, самой смешной посылки. В общем, я думал, что заказать такое интересное, необычное вообще. Ну, сейчас все посмотрите. Даже такие вещи можно заказать в Китае. Ну, конечно, использовать данные вещи, ну, не знаю. Надо быть конкретным экстремалом. Ну, чисто мое мнение, честно. Ну, давайте посмотрим. Вот такая вот па-бам порция, ребята. Да-да-да. Сами уже поняли, что здесь китайский дюрекс. Реально китайский дюрекс. Офигеть. Good. Ничего, в принципе, не написано. Вот такая вот лента зеленых. Вот такая вот. Сколько здесь? Ну, давайте посчитаем вместе. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, правильно. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 штук. Две ленты вот таких. Ну, не знаю, ребята. Честно, ради прикола решил заказать. В общем, 12 штук стоит где-то почти $2. С бесплатной доставкой все включено. Не знаю, как они по качеству, но, в принципе, воздух есть внутри. Значит, они должны быть целые. Вот такая вот веселая посылочка дошла к нам за 3 недельки, по-моему, где-то так, да. 3 недели не отслеживалась вообще. Идем дальше. А дальше это очередная, так сказать, ну, не то, что очередная. В общем, я решил сделать нормальный свет, да, нормальное освещение. И это, так сказать, первая часть, да, моего освещения. Ну, сейчас все посмотрите. Стоит данная штучка почти $6. Дошла также за 3 недели. Это у нас типа тройник или четверник. Даже не знаю, как в принципе его по-нормальному назвать. Сейчас все посмотрите. Ну, немножко помялось. Конечно, упаковочка сами видели. Ну, давайте открывать. Сейчас. Где это все открывается? Нужно найти. Итак, вот здесь. Вижу, уже есть что-то. Итак, вот такая вот штука. Опа-на, да? Ну, в принципе, вы поняли, что это такое. Данная штука используется в софтбоксах. Ну, я решил, так сказать, сделать нормальное освещение. Еще заказал 4 лампочки светодиодных. Ну, все, посмотрим, что могу сказать. Ну, в принципе, все отлично. Это цоколь E27, ну, стандартный, который у нас. Все супер. Нужно будет, конечно, все это проверить. Но на первый взгляд, реально вещь, в принципе, красивая и хорошая, да. Качество оцените, конечно, попозже. Ну, такая штука, да, есть в Китае. Стоит она почти $6 и дошла за 3 недельки. Отслеживалась, но плюс-минус где-то половина пути отслеживалась. И все, и она, в принципе, пропала с радаров, да, отслеживания. Ну, идем дальше. Откладем нашу посылочку на потом. И вот здесь у нас посылочка, которая не отслеживалась, я не знаю, что здесь. Сейчас все посмотрим. Но мне кажется, это у нас женская пижама. Ну, есть такие у меня предположения. Но сейчас все посмотрим. Дошла она за 23 дня. В принципе, также все быстро, все отлично. Так, смотрим. Внутри больше нет ничего. Итак, что же это у нас? Ну да, скорее всего, женская пижама. Но сейчас все посмотрим. И как всегда, ссылочки в описании, так что заходите, смотрите, заказывайте. Итак, что же это у нас? Ну, по ощущениям, все, в принципе, очень тоненькое, очень. Ну, реально. Да-да-да, это пижама, вот такая вот. Ну, вот, смотрите, это у нас вот такая вот кофточка, ну, а-ля, знаете, поцелуй, да, губы, точнее. Ну, все, ну, вот, посмотрите, давайте качество посмотрим. Ну, как-то все вот так, качество, ну, очень, оно очень тоненькое, тянется, ну, честно. Ну, давайте проверим, как всегда, запах китайских вещей. Офигеть, даже запаха нет, все отлично, лейбл, ох, ё, это фирма, ну, конечно, все круто, все круто. Давайте посмотрим размер, наверное, не посмотрим. Качество, ну, неплохое, реально, оно тянется. В принципе, как пижама, вообще супер. И вот такие вот штанишки, розовые штанишки. Ух, конечно, прикольно. Типа лосины. Да, скорее всего, это и есть лосины. Ну, да, это почти лосины, вот такие вот. Качество одинаковое вообще, что штанишки, что кофта вот такая вот. Ну, или водолазка, если быть точнее. Карманчики. Давайте посмотрим целые.
В принципе, все отлично, реально. Ссылочка будет в описании. По-моему, данная пижамка стоит в районе $10, где-то так. Размер, я не знаю, какой здесь размер, ничего не написано вообще внутри. Также нет ничего, ну, как-то все так, непонятно, ну, в общем. Итак, ребята, вот такие вот три посылочки, ну, смешные, в принципе, немножко смешные, немножко взрослые, немножко веселые, да, ну, как-то так. Ссылочки на все товары будут в описании, как всегда, заходите, переходите, ну, в общем, все круто. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, все Китай, всем спасибо, всем пока, до новых встреч!